Происходит. И вот я предлагаю нашу встречу сегодня посвятить ответу на этот важнейший вопрос, причем с нами это со всем миром. Ведь посмотрите, все правители совершают во всех странах одни и те же процессы. Одинаковые локдауны, маски, перчатки. Полиция гоняется за теми, кто нарушает установленные неизвестно ради чего и на каком основании законы. И вот есть две версии. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. У нас сегодня такой насущный вопрос, поскольку все СМИ кричат о вероятности начала второй волны эпидемии. Ну, как мы уже с вами в прошлый раз говорили о том, что эти волны бесконечные, но вдруг это какая-то новая инфекция или, может быть, новое заболевание. Вот буквально сегодня, да, 20 мая, вышла статья в РИА Новости. Два индийских штата объявили эпидемию черной плесени из-за коронавируса. Тут даже приводится цитата. «Число больных мукомеркозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19». Соответственно, болезнь проявляется как побочный эффект COVID-19. Вот меня, как такого обывателя, немножко смущает. Не то мы говорим о ковиде, не то мы говорим о каком-то другом заболевании. Вот хотелось бы пояснить, что такое все-таки индийский штамм и почему его то называют вирусом, то называют плесенью. Пожалуйста, дайте комментарий нашим зрителям. Вначале я поправлю, вы не совсем правильно сказали, что бесконечное число волн. Мы с вами четко вчера определили, и это очень важно для наших слушателей, чтобы не было паники и уверенность в наличии каких-то системных процессов. А этими процессами являются каждый год. Случаются три волны. Первая волна, подъем, конец сентября-октябрь. Самая большая волна обычно конец декабря-январь. И потом конец марта-апрель. Месяц подъем, месяц спад. И вот это каждый год одно и то же по всем странам. В частности, я только говорю Европу и Северную Америку, что на южном полушарии нужно специально изучать. И это приход и уход, он регулярен. Причем он касается всех инфекционных агентов, которые активируются. И в том числе снижаются защитные возможности организма. И вот это то, что называется сезонные вирусные инфекции. Поэтому не волнуйтесь, все как было, так есть и будет. Теперь относительно Индии. В состоянии паники, а можно даже сегодня немножко поговорить, а что же с нами происходит со стороны психики. Так вот, в состоянии паники, вы же знаете выражение, у страха глаза велики. И отсюда даже маленькое какое-то событие начинает раздуваться до вселенских масштабов и придумывают к нему что-то еще, какие-то осложнения. Вот это вот мука, слово мука – это грибы. Их там разных много может быть грибов. Дальше я вам могу перечислить десятки разных коков, палочек, вирусов, коронавирусов. Кстати, этих коронавирусов не один десяток, это известно с 60-х годов. И времени нам не хватит перечислять все те возможные микробы, которые могут появиться, которые живут вместе с нами. И я в прошлый раз напоминал известную в медицине цифру. Мы постоянно в себе носим 2,5 килограмма микробов. Вы представляете, если их все перечислять, ну, дня не хватит.
и мы с ними живем. И вот тогда нужно понять другие закономерности. То, что вот микроорганизм – это биота, называется умным понятием. Их очень-очень много. Они между собой в сложных отношениях. Дальше они все живут на нас. Мы для них просто... Это мы себя считаем венцом природы. Они считают, что мы для них хорошо унавоженная почва. И вот мы живем с ними миллионы лет. И более того, без них мы сейчас жить не можем. И вот нужно убрать ту панику, в которой мы находимся, и спокойно обратиться к ученым, к трезвым ученым. Прошу прощения, я мельком сейчас перечисляю разные важные вопросы. Вы поразительно обратите внимание на все правительства, на все законы, которые издаются в разных странах. Там нет ученых. Посмотрите наш штаб по борьбе с коронавирусом. Федеральный, московский, региональный. Вы не поверите, но проверьте, нет ни одного эпидемиолога в этом штабе, в этих штабах, и ни одного вирусолога. Принимают важнейшие специфические решения по узкопрофилированным вопросам кто? Президент, премьер, Собянин, Ракова. Да при чем здесь Путин и те проблемы, которые характеризуют эпидемический процесс? Ну позовите хоть раз эпидемиолога. И вот я сейчас тогда продолжаю отвечать на ваш вопрос. Позвольте, я зачитаю, сошлюсь на индийского ученого, который ответит по поводу Индии на тот вопрос, который вы задали мне. Угу. Буквально недавно на днях я это прочитал. Значит, чей это материал? А это ни много ни мало. Доктор медицины Рандип Гулерия. Специальность пульмонология, а это учение о легких заболеваниях легочной ткани, пульмонолог, являлся личным врачом бывшего премьера Индии Бихари Виджпаи и соавтор книги «Пока мы не победим. Борьба Индии с пандемией COVID-19», ставшей в Индии бестселлером. Авторитет уважаемый в Индии, уважаемый. И вот тогда что же он говорит? Да, он еще президент Всеиндийского института медицинских наук. Угу, вот его констатация того, что происходит в Индии, отдельными фрагментами. Вот там также зафиксирован очередной рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом, осложнения и сопутствующие заболевания, связанные с коронавирусом. На этом фоне в ряде штатов Индии отмечается недостаток медицинского кислорода и аппаратов для искусственной вентиляции легких. То же, что было у нас, паника, блокируется система здравоохранения. И вот что он пишет. Инфекция COVID-19 – это нормальная сезонная инфекция. От 85 до 90% людей отмечают нормальные симптомы для этого заболевания, такие как лихорадка, простуда, боль в теле, кашель. В этих случаях не требуется ремдесивир, противовирусный препарат, который и у нас в том числе применялся, или других, большое количество других лекарств. Вы можете принимать лекарства от обычных инфекций и лечить себя домашними средствами и йогой. Вы вернетесь к нормальной жизни и поправитесь в течение 7-10 дней, говорит специалист индолог. Угу. Дальше. По его словам, чтобы излечиться от коронавирусной инфекции, не нужно держать дома запас ремдесивира и баллонов с кислородом, как это делают некоторые жители Индии. Закупили баллоны с кислородом, потому что воздуха им не будет хватать. У нас то же самое было. Помните, президент собирал специально совет, нужно срочно десятикратно увеличить производство аппаратов искусственной вентиляции легких. А американцы потом показали, того, кого подсаживают на искусственную вентиляцию легких, там летальность 80%. Потому что эти препараты используют для людей с нормальной легочной тканью. Допустим, электрошок, травма, потерял сознание, умер. Или... нужно проводить искусственное дыхание на нормальной легочной ткани. А это поступает больной с воспалением легких. Там ткань на ладан дышит. И туда загоняют нормальные показатели давления и рвут легочную ткань. И отсюда вот американцы первые стали бить тревогу. 80% летальность. Вот что делает паника.
Дальше. В этом случае в состоянии паники идет скупка препаратов и ИВЛ, которых не хватает для пациентов. Те, которые действительно нуждаются в соответствующих лекарствах или кислороде для искусственной вентиляции легких. Дальше. Он отмечает, что только у 10-15% зараженных можно наблюдать тяжелое течение заболевания. Необходимость подключения к аппарату уже с пневмонией имеет не более 5% случаев. Вот вам оценка, ответ на ваш вопрос профессора из Индии, который говорит, все это паника. Это он про COVID-19 говорит, а вот в этой статье, да, опять-таки, тоже... Здесь выступает глава Минздрава. Тут два штата, которые непосредственно уже объявили эпидемию, не пандемию, а эпидемию. И вот главы медицинских учреждений, они все рассказываются в одну, как бы говорится, стезю. Мукомеркоз или черная плесень – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. А чуть выше там идет замечание, что вроде как COVID-19 спровоцировал развитие вот этой вот грибковой инфекции. То есть я так понимаю, что если сам COVID может быть не настолько опасен, то есть некие побочные эффекты, да, там, не знаю, падение иммунитета, на этой почве развиваются какие-то другие болезни. Если процветает в Индии вот эта вот черная плесень, то она как раз и будет активироваться. Я просто почему, не то что парю панику, но немножко волнуюсь, поскольку я провожу параллели. В прошлом году, если вы помните, тоже в Китае все началось, вроде как сначала высказывались очень осторожно, потом объявили все-таки эпидемию в самой стране, и после этого массово пошли грибы по всем другим странам. Может ли здесь такая же ситуация произойти? И после объявления эпидемии, официальное объявление эпидемии в Индии, могут ли эти тенденции распространиться на весь мир? Это опять же все танцуем от печки COVID-19, его эпидемии, пандемии. Перед тем, как ответить на вопрос, я хочу уточнить, а кто-то дал определение эпидемии? Что это такое? Ну, в Википедии что-то написано, но конкретно в СМИ нет. Нет. Да, Википедия, да, это очень интересная и важная структура, но есть еще и научные источники. Вот я попытался проанализировать научные источники. Можно ли сказать, что у нас есть четкое определение эпидемии? И к ужасу, и к удивлению обнаружил, что у нас нет четкого определения эпидемии, тем более пандемии. Начинаю анализировать литературные серьезные источники, и там нет четкости. Чаще всего говорят, что эпидемия – это когда число заболевших достигло там 3-5%. Но это не соответствует, противоречит здравому смыслу. Представьте, Россия, 146 миллионов. Начинается холера. И вот чтобы объявить эпидемию холеры, нужно знать, 3% это сколько получается. Ну там под 7 миллионов человек, вот только когда заболеют 7 миллионов человек холерой, тогда мы можем объявить эпидемию. Глупость. А с другой стороны, вот мы, у нас 90% болеют вирусом герпеса. У нас что, эпидемия герпеса? Я привожу эти цифры, привожу цифры в том плане, что оказалось, что у нас нет четкого определения эпидемии. Более того, да, а кто тогда у нас объявил, еще же должен кто-то объявлять эпидемию? Должна быть какая-то структура, которая говорит, ну так же, как вот объявляем война. Вот кто объявляет, что начинается война? Правительство или президент? Точно так же должна быть какая-то структура, говорит, в России эпидемия. А такой структуры нет. А кто у нас, вот полистайте литературу, кто у нас объявил эпидемию? Да никто не объявлял. Мы ждали. От этого зависят деньги, потому что арендные платы и прочее. Игорь так Алексеевич... Эпидемия не объявлена. Не было структуры, которая объявила эпидемию, а стали все заниматься борьбой с эпидемией. Но ее никто не констатировал. Игорь Алексеевич, да? А еще один момент, который тоже очень сильно лично меня смущает. Вот у нас в России есть два подразделения, которые сейчас берут на себя смелость что-либо высказывать в отношении, ну хорошо, хотя бы там того же COVID-19. Это Минздрав России, который, в принципе, более-менее нам понятен, да, и Роспотребнадзор. Вот я, честно, я как юрист, я не очень понимаю, при чем здесь Роспотребнадзор? Почему у нас в большей степени даже прислушиваются к мнению этого подразделения, нежели к Минздраву? Вы знаете, начинаете копать глубоко, и нужно копать, но мы на одной передаче с этим не справимся. Я просто отвечу коротко на вопрос.
В начале внедрения либерального строя в нашей стране, и это строительство либерального строя продолжается, и у нас все правительство либеральное, и Владимир Владимирович, он главный либерал, а этого не стесняется, открыто говорит. Так вот, в рамках либеральной модели все делится на части, и появляются посредники. Нет такого, чтобы вот кто-то отвечает, вот Минздрав раньше отвечал за все. А когда стали делать административную реформу, направили туда некто Козак. Вот тоже не, сейчас разруливают специфические вопросы, не специалист. Козак не специалист по реформированию сложных социальных систем. И он сделал таким образом, что Минздрав – это одно, Роспотребнадзор – это другое. Это как, вот, допустим, голову отделить от почки. Как, ну, посмотрите, голова занимается одним, а почка другим. Поэтому почка отдельно, голова отдельно. И в результате, вот пускай они между собой договариваются, как будут функционировать. И вот Роспотребнадзор выведен в самостоятельную структуру. Поэтому нужно будет чуть попозже приступить к восстановлению нашего Отечества, исходя из, в том числе, профессиональных представлений, как должна быть устроена система здравоохранения. Но теперь возвращаясь к Роспотребнадзору. А вот вы попросите, сделайте запрос у Роспотребнадзора, чтобы они опубликовали данные своих сообщений об эпидситуации. И вот я слежу, правда, это не очень всегда они публикуют, но поразительно, не было такого, чтобы Росэпиднадзор сказал, сплошь и рядом пишет, эпидпороги не превышены, в стране сохраняется нормальная эпидемическая ситуация. Это пишет Роспотребнадзор. Тогда, а что с нами происходит, если не объявлена эпидемия, если Роспотребнадзор приводит данные об отсутствии превышения эпидпорогов, а, ну, это вот вопрос насчет порогов тоже очень сложный. Там одни пороги стабильно существуют, а одни колеблются. Вот в частности речь идет у нас о порогах, которые варьируют, это же сезонный инфекция. Поэтому здесь разные пороги. Вот вы дайте нам, Роспотребнадзор, распечатку превышения порогов. Нет этого. Более того, возвращаемся теперь, вернее, переходим к пандемии. А что такое пандемия? Тоже нет определения. Обращаюсь именно к науке. Нет научного определения понятия пандемии. Точно так же не объявлено, кто мы не договорились, кто должен объявлять пандемию. Извините, это же глобальное событие, пандемия. Кто должен ее объявлять? Тоже нет источника. А что сейчас с нами? Ну, это генеральный директор ВОЗ на короткой встрече во время открытия мельком сказал, что, по его мнению, угроза, ситуация представляет угрозу для населения, и ее можно обозначить как пандемия. Но это его собственное личное мнение. Кстати, потом женщина, она ответственна за опасные инфекции, она сказала, что пандемии нет. Но на нее надавили, через 3 дня она сказала, типа, я пошутила, нет, пандемия есть. Так вот, я возвращаюсь к ВОЗ. Чтобы объявить пандемию, нужно собрать Генеральную ассамблею ВОЗ или какую-то другую общую структуру, на которой ВОЗ говорит, пандемия, начинается пандемия. Не было такого. И вот тогда я могу спокойно сказать, никто не объявлял ни эпидемию, ни пандемию, и для этого нет объективных оснований. Тогда вокруг чего весь этот шум? Ну, опять-таки, такие вещи должны регламентироваться на уровне указов, ну, скажем, там, указ президента или указ мэра или губернатора. А у нас сейчас, насколько я видела, это сплошные рекомендации. Но почему тогда нас так вот психологически давят? Заставляют носить маски, действительно пугают. Сейчас еще, ладно, более-менее так стихла обстановка, да, именно за последние несколько месяцев. Но опять-таки появилась у нас вот эта пугалка с индийским вирусом. И опять начинают потихонечку и в СМИ, и везде нагнетать обстановку. Вот все-таки что на самом деле происходит? Вот очень, сначала коротко среагирую, очень хорошо, что вы вначале сказали, что юрист. Вот с юридических позиций, но это полный хаос. Извините, бардак, если серьезно разбираться то, что с нами происходит. А это нужно разобраться, потому что
вот этот страх, эта паника. Сейчас индийский штамм, потом будет штамм берега слоновой кости, потом подольский штамм, потом уфимский штамм, потом красноярский штамм. Природа вируса мутировать. Он такой, он живет через мутации. И вот есть данные, что COVID-19, вернее, SARS-CoV-2 мутирует со скоростью чуть ли не 2 мутации в месяц. Поэтому все вакцины, которые мы сейчас понаделали, понаделали того, что было год тому назад. И совершенно нет гарантии, что он уже действует на новый этот штамм. А тогда, вот возвращаясь к вашему вопросу, а что с нами происходит? И вот я предлагаю нашу встречу сегодня посвятить ответу на этот важнейший вопрос. Причем с нами это со всем миром. Ведь посмотрите, все правители совершают одни во всех странах одни и те же процессы. Одинаковые локдауны, маски, перчатки. Полиция гоняется за теми, кто нарушает установленные неизвестно ради чего и на каком основании законы. И вот есть две версии. Первая версия – это Билл Гейтс и мировое правительство решили загнать все человечество в рабство и уничтожить. И для этого создан у них, я сейчас вот излагаю одну версию, вот как можно объяснить, что одновременно вот по всем странам происходит одно и то же. И вот первая версия, значит, Билл Гейтс. Но чисто технически мне трудно представить, чтобы там был такой мощнейший аппарат и инструмент воздействия, чтобы одновременно подавать сигналы, отдавать приказы, и правительства реагировали, в Северной Корее, в Иране, в России, в Бельгии, во Франции, в Соединенных Штатах, потому что процессы происходят почти одновременно. Я очень сомневаюсь, что это такими способностями обладает Билл Гейтс. Значит, что-то, наверное, другое есть, что заставляет всех поступать одинаково. А в каких случаях это бывает? И вот здесь нужна сейчас помощь врача, специалиста по вот, социальным процессам. Такая медицина сейчас нарождается, социальная медицина, лечить общество. Там социальная психология, которая изучает поведение, психические процессы и поведение людей по миру. И отсюда возникает тогда мысль о существовании социальных глобальных болезней. И вот... Не исключено, что, да, есть такое понятие психоз. Психоз – это реакция психики человека на какое-то необычное событие. И реакция патологическая, потому что вот событие либо очень сильное, либо восприятие вот такое искаженное. И психозы бывают разные. В данном случае начинаем смотреть, а у нас реально психоз. На какое событие? Страх смерти. Вот. В Китае, а на самом деле в Китае там очень незначительная была вспышка заболеваний, очень незначительная. Но моментально СМИ стали гнать оттуда волну, и мировые СМИ подключились. А вот сейчас такого раньше никогда не было. Можно за один день весь мир погрузить в какую-то эмоцию или в какую-то идею. А, кстати, я специалист по эпидемиологии неинфекционных заболеваний. Вот что для эпидемии, это очень важно вам знать, всегда должно быть наличие трех частей, эпидемическая триада. Источник с возбудителем, переносчик и воспринимающий субъект, реципиент. И вот эпидемии, если есть эпидемия, то обязательно наличие этих трех источников. Например, тогда, если триады нет, например, голод, смерть, или там озоновая дыра, стали умирать. Это не эпидемия, потому что нет этой триады. Угу. Дальше. Источником и возбудителем может быть инфекционный агент заразный. Вот мы смотрим коронавирус, бактерии, коки. А могут быть, это вот до нас дошло лет 10-15 назад,
и мы новое направление формируем. За разным агентом может быть ложная идея или ложная эмоция. Угу. И вот классический вам пример – паника. Толпа. Толпа в состоянии паники, и ее охватывает этот ложный какой-то эмоциональный фактор, и она начинает нестись, ломая кости друг другу, задавливая, хотя объективного источника для этого нет. Вот вам пример зараза, неинфекционной заразы в виде смысла и эмоций. И вот тогда то, что произошло в прошлом году, с января, это как раз ложная и информация о том, что страшная, коварная болезнь, новая, никогда такой не было, хотя не доказано было, его до сих пор еще не вывели, не выделили отдельно коронавирус, но сама идея там, все, умираем. А СМИ выгодно подавать сейчас какие-то жареные факты, страшные, потому что, ну представьте, одно дело вести с полей, сколько засеяли картошки, а другое дело гробы, смерть, умирает Италия, вся в очереди, кладбища не справляются с сотнями тысяч умерших. И эта информация моментально раскручивается по СМИ, а СМИ заинтересованы, я сейчас рассказываю механизм, что произошло, а СМИ сейчас заинтересованы в лайках. Вот ставьте лайки, чем больше лайков, тем больше популярности, чем больше посещений, тем туда реклама направляет свои вставки. И в результате вы становитесь заинтересованными гнать пургу. И чем страшнее, тем чаще вас посещают, тем больше вы получаете денег. Вот такого никогда не было. Коммерциализация СМИ. И это не какой-то Билл Гейтс. Это вот в рамках рыночной либеральной модели и СМИ стали поставщиками ложной информации, если им это выгодно. Вот предыстория. И вот теперь начинаем смотреть, что с нами произошло. Безобидная вспышка в Китае мгновенно была раздута до масштабов пандемии, необоснованной эпидемически. И в результате страх смерти овладел всеми. И этот страх смерти вызвал психоз. А теперь посмотрим, какой психоз. И вот я сейчас перечислю вам симптомы. 4 симптома, нам нужно же поставить диагноз, что с нами происходит. Первый симптом – это мания преследования. И вот я сейчас перечислю симптомы, обратитесь к любому психиатру, какой он поставит диагноз. Итак, первый симптом – мания преследования или бред преследования. Угу. И вот мы сейчас кругом ковид, 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 он нас преследует отовсюду, на поверхности, внутри, вверху, внизу, кругом ковид. Я прав, что такой симптом есть? Безусловно. Второй симптом – это алогичность мышления. Логика полностью отсутствует. С чего начиналось? Помните, все побежали за туалетной бумагой и за гречкой по всему миру. Зачем за туалетной бумагой? Самое страшное, что побежали за аппаратами ИВЛ. Так что туалетная бумага – это слабое. И затоптали туалетной бумагой, потом за аппаратами ИВЛ. Вот индийский профессор сказал, нехватка аппаратов ИВЛ. Логика. Нет такой необходимости. Или одевают перчатки. Зачем перчатки? Через вирус, через кожу не проникает. Нет логики носить перчатки. Носим до сих пор. Итак, алогичность мышления. Второе. Раздвоение личности. Вот одновременно человек себя воспринимает и так, и так. Вот про Попову я вам привел пример. Угу. С одной стороны, у нее левое полушарие цитирует данные, публикуемых отсутствие превышения эпидемических порогов, постоянно публикует. А второе полушарие эмоциональное говорит, паника, пандемия, эпидемия, локдаун, всех закрыть, всем маски, всем перчатки. Вот вам раздвоение сознания на уровне Поповой. И четвертый симптом – это эмоциональная тупость. Я не воспринимаю вас как личность. Вы для меня объект воздействия. Что мышь, что крыса, что человек. И вот посмотрите, амбалы, росгвардейцы с дубинками гоняются за пожилой женщиной,
которые пожилыми, там бабушка с детьми гуляет, это полно было роликов, в парке без маски, и они ее хватают, ребенок кричит, ее затаскивают в автозак. Или 65+. Вот посмотрите, вот это вот именно отсутствие «мы» 65+, для власти не люди. Мы объекты воздействия. А кто такие 65+? Это же цвет нации. Все профессора почти 65+. Великие ученые, артисты, изобретатели, талантливые 65+. К этому возрасту ты накопил уже багаж интеллектуальный и практический, чтобы вам передать. И вот меня, профессора, который пишет учебники, как бороться с инфекцией, запирают в комнату, и логика какая? Вы не можете, я не могу управлять своим здоровьем. Дальше. Посмотрите, запрещают, тогда вот запрещали детям и внукам приходить к бабушкам и к родителям, а посылают волонтера. Скажите, вот алогичность мышления. Почему вы считаете, что я как сын или как внук буду опасен для бабушки, а волонтер не будет опасен? И вот я перечислил 4 симптома. И вот вы для интереса обратитесь вот после нашей передачи к психиатру, и он вам скажет, это шизофрения. Вот эти 4 симптома – это синдром шизофрении. Но шизофрения – это болезнь отдельного человека, и там очень сильный генетический компонент. А мы имеем общество. И вот тогда вот мой диагноз, я этот диагноз поставил несколько месяцев тому назад. Мы сейчас имеем пандемию социального шизоидного психоза. И в состоянии социального шизоидного психоза совершается вот теперь как бы два варианта. Один Билл Гейтс, одинаковость поведения, и второй одинаковость поведения, потому что все заболели одной и той же болезнью, которой раньше никогда не было. Социальный шизоидный психоз. И тогда понятно, почему все поступают одинаково. Но это как если все бы заболели дизентерией, и у всех будет понос. Вопрос, почему у всех понос? Билл Гейтс приказал. Да нет, просто же дизентерия проявляется поносом. И вот точно так же социальный шизоидный психоз проявляется вот теми симптомами, которые мы сегодня обсуждаем. И как мы понимаем, Игорь Алексеевич, все-таки ковид распространяется менее активно. Для него нужен, как вы сказали, источник, да, переносчик и реципиент. Да? Если про источник все понятно, то вот с переносчиком немножко сложно, особенно в рамках того, что перекрыты были границы, а тем не менее ковид продолжил распространяться. Плюс для любого вируса должны быть, как для живого организма, должны быть определенные условия. Там, не знаю, температура, давление, там, не знаю, какие-то слабости в организме человека и прочее. То есть нужны условия. А для вот этой массовой шизофрении, в общем-то, единственное условие, и как переносчик, является только СМИ. Таким образом, кстати говоря, можно объяснить по вашей правильной, мне прям очень импонирует эта теория, почему, например, люди, которые живут в горах, например, но у них есть одна большая проблема, у них тоже стоит телевизор, да? У них нет контактов с другими переносчиками или даже с возбудителем непосредственно, но, тем не менее, они тоже способны заболеть. Почему? Депрессия любая, она понижает иммунитет, и, по сути, развиваются болезни, которые внутри человека уже есть. И если мы создадим, условно говоря, такой фон отрицательный, негативный, по панике и страха, то человек, даже который вообще, даже теоретически не может контактировать, он может заболеть, но заболеть за счет чего? За счет депрессии и тех процессов, которые внутри него есть. Вы же говорили, что у каждого человека есть 2,5 килограмма его собственных болезней. Вот, собственно говоря, так они и активируются. Ну, это, конечно, такое дерзкое, но очень, на мой взгляд, правильное заявление, потому что оно объясняет буквально все. Да, и вот то, что вы сейчас описали, если бы вы были у меня на экзамене, я бы вам поставил 5. Вы совершенно точно описали весь механизм возникновения болезни. И в горах, где никаких контактов не было, он заболеет коронавирусом, потому что вот в самом начале Чучалин сказал, коронавирус, он с нами, и никуда он не исчезнет. И у него еще фраза. Вот ребенок родился, приложила мать его к груди, и у него уже коронавирус. А заболеть нам или не заболеть, зависит от иммунитета. А иммунитет, как оказалось, очень сильно на него влияет психическое состояние.
вот, кстати говоря, в поддержку, опять-таки, вашей истории, расскажу немножко, пожалуйста, уж меня простите, но я девушка, мне можно. В апреле прошлого года, когда только-только все разгоралось, мы, естественно, как нумерологи, сделали прогноз событий, которые могут произойти в связи с возбудителем, да, COVID-19. И мы рассчитали, что вирус будет потихонечку сходить на нет где-то в марте 2021 года, что, собственно, мы и наблюдаем. Но суть не в этом. Мы тогда выступили с предложением для наших зрителей успокоиться и к будущей, так сказать, эпидемии подготовиться психологически более как бы ёмко, то есть, ну, не бояться, как минимум, да, что есть определенные профилактические меры, которые можно выполнять. Да, может быть, он чуть более агрессивен, чем классический грипп, но, тем не менее, это просто грипп. Да? И раз у нас есть некий, как говорится, агент, с которым мы должны воевать, есть определенные инструменты, с которыми мы можем содействовать. Да? И вот здесь, что интересно, в отношении нас было возбуждено уголовное дело. Чуть позже мы представили доказательства того, что мы ни в коем случае не ссылались на какие-то там опрометчивые мнения. Мы, естественно, во-первых, доказали нумерологически, а наши методики, они признаны на международном уровне раз, плюс мы получили патент. Но суть не в этом. Суть в том, что мы также представили мнение ученых, а так как дело достаточно продолжительно расследовалось, в течение где-то полугода, да, то за это время уже выступали и наши ученые, и Всемирная организация здравоохранения, было очень много скандалов, то они поддерживают идею распространения и введения карантинных мер, то не поддерживают. В общем, на этой почве нам удалось отбиться от уголовного дела, и, соответственно, все было прекращено. Но, тем не менее, наши видео были удалены с каналов, но как бы не проблема. Беда в том, что, получается, действительно, правительство не только провоцирует распространение вот этой истерии, но и блокирует людей, которые хотя бы как минимум говорят о том, что не стоит настолько сильно бояться, что, ну, как минимум, даже хорошо, введите патриотический аргумент. Наша страна справится, Минздрав во всеоружии, вот хотя бы на таком уровне, но почему-то это тоже не дело. И сейчас, несмотря на то, что вы убеждаете нас, и я в это отчасти верю, что действительно нам нечего бояться в плане вот этого индийского вируса, да, но тем не менее мы видим, насколько опять поднимается волна в СМИ. Мы, конечно же, тоже сделали расчет. И беда в том, что по нашим расчетам эта эпидемия может закончиться только в июле 2024 года. То есть явно, что сейчас будут работать более агрессивно и более распространенно. Тем более, что теперь у них есть платформа. И они будут говорить: ну, вы же видели, мы вас предупреждали тогда по ковиду. Вот мы целый год мучились, сейчас, значит, будет еще сильнее. Тем более, тот же самый Билл Гейтс недавно летом выступал и такой с ухмылочкой вместе со своей супругой говорил о том, что следующая волна будет опасней, молниеносней, более, с большим количеством жертв и прочее, прочее. И, соответственно, по нашим прогнозам примерно то же самое. Мы сейчас не считаем саму болезнь как вот именно некий возбудитель и его действие. Мы смотрим само распространение это как факт. И вот здесь получается, что мы получим в ближайшие 3 года пролонгированную историю. Если вы помните, буквально вчера господин Медведев выступал и сказал о том, что правительство рассматривает вариант обязательной вакцинации. То есть если раньше нам убеждали, что бред, говорят блогеры, да не может такого быть, у нас есть свобода воли, свобода выбора. Но если мы помним, опять-таки летом 2020 года были внесены поправки в законодательство, и теперь прививка от короны является частью диспансеризации, а она, в свою очередь, является уже теперь обязательной. И только не юрист может не увидеть связи, что да, они, может быть, не объявляют непосредственно вакцинацию обязательной, но они через ряд действий к этому приводят. А вчера так вообще взяли и объявили. А вот этот вирус индийский, про него опять-таки и в СМИ, и в тот же самый ВОЗ выступают, говорят о том, что вроде как нет предпосылок к тому, что существующие лекарства или существующие вакцины смогут с ним справиться. Но, как вам кажется, если люди все-таки немного успокоятся, поверят в свое здоровье, будут слушать мнение авторитетных ученых, психологическое вот снижение вот этой паники поможет справиться с вирусом или нет? Поможет. Во-первых, то, что вы сейчас сказали, совершенно точно. Но, понимая, что они больны, вот я спокойно, как врач, говорю, состояние социального шизоидного психоза Дмитрий Анатольевич сделал такое заявление. Ну вот, психика деформирована. Владимир Владимирович Путин загоняет нас на вакцинацию. А Борис Джонсон закрывает там, ломает систему здравоохранения. Это... подчеркиваю, это не в плане уничижения, это не в плане там
обвинения, клеветы. Это четкая констатация как врача. Давайте соберемся с психиатрами и обсудим, когда бывают эти четыре симптома. И они согласятся. Поэтому я объясняю поведение Дмитрия Анатольевича, ну вот как больного человека. Подчеркиваю, это не в плане обидеть кого-то. Нам нужно поставить правильный диагноз, чтобы спасти страну и человечество. Дальше. А воспринимают ли это люди? Воспринимают, если им правильно и грамотно донести. И вот здесь необходим какой метод лечения? Рациональное. Есть разные методы психотерапевтического воздействия. Одно из них – так называемая гуманистическая рациональная психотерапия. Расскажи людям, как есть на самом деле. И они забить несколько опорных столбов, и человеческая психика, логика, разум начинает плетать правильную сеть. И вот наша задача, и вот то, что вы делаете, мы как раз вот это есть сегодня у нас сеанс рациональной психотерапии, которая поможет людям увидеть. Обязательно нужно читать везде сейчас, наверное, на всех каналах сказку Чуковского «Тараканище». Помните, пришел таракан страшный, усатый, он детей всех будет есть. И он сотворит сейчас со всеми живущими на земле, приносите мне детей, я их буду есть. И все поверили, что это тараканище, и медведи задрожали, и в норы попадали лисы. И вдруг появился воробей. А он не знал, что тараканище – это тараканище, он не слушал этой информации. Он клюнул таракан, вот и нету велика. И вот наша задача сейчас – чтобы появился воробей, они появляются. Вот мы клюем этого таракана и попытаемся осенью провести трибунал над явлением. И вдруг мы обнаружим, нету великана, нету таракана. И вот то, что люди реагируют, завершая широкий ответ на ваш вопрос, а люди реагируют или нет? И вот доказательство, и я горд, что мой дорогой народ слышал мои выступления, моих коллег, ваши каналы. И у нас вакцинация провалилась. Не идет народ вакцинироваться. Все возмущаются, поставили же цели. А там, дай бог, чтобы 10% нет привитых двумя вакцинами. И все страны, в отличие от других стран, особенно перепугались евреи в Израиле, американцы в Соединенных Штатах, те там вакцинация чуть ли не 50-60%. А у нас народ не идет вакцинироваться, а у него здравый смысл. Он оказался наименее паником, подверженным панике. Плюс мы первые, вот мои коллеги и я, мы первые стали говорить аргументированную правду. И наш народ нам поверил. И я считаю, что наш успех, причем люди заинтересованы не жить в страхе, а узнать правду. И вот то, что люди не хотят вакцинироваться, они поверили, что опасность небольшая, то эффективность ее не доказана, побочные эффекты не прослежены. И вот то, что такая низкая вакцинация, доказывает, что люди готовы и хотят услышать правду. И если мы их сможем убедить, мы добьемся того, о чем мы с вами говорим. Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня. Спасибо. Вам тоже. До свидания. Нумерология помогает многое узнать о своем здоровье, определить наиболее уязвимые места в нашем организме и в дальнейшем предотвратить или не допустить развития различных заболеваний. Если вы мечтаете этому научиться, тогда выбирайте помощника. Это Международная академия нумерологии «Альвасар». И уже сейчас получайте персональное приглашение на наш вебинар «Соты кармических болезней». Это уникальный вебинар по авторским методикам Айрон и Джули По, посвященный теме нумерология здоровья. Его ведет известный врач Аида Байкунд. Преимущество вебинара. Во-первых, его можно пройти, не выходя из дома. Во-вторых,
Для его прохождения не обязательно иметь медицинское образование. В-третьих, не нужно предварительно проходить другие модули Международной академии нумерологии «Альвасар». Вебинар подходит для людей любого уровня – медицинской и нумерологической подготовки. А теперь, что ждет вас на семинаре? Мы будем изучать бионумерологические ритмы. Это персональные физиологические часы человека и то, как они влияют на нашу жизнь. Разобравшись в этом, вы будете рационально использовать свое время. Вы поймете, когда вам лучше работать, отдыхать, принимать медицинские препараты или делать операцию, чтобы не навредить своему здоровью. На вебинаре мы с вами произведем расчет персональных психосоматических факторов человека, запускающих болезни, а также рассчитаем ваш критический возраст. Обязательно составим график иммунитета и распределим его по годам на протяжении всей жизни. И обязательно составим график здоровья. Соты болезней – нумерологический медицинский паспорт человека. Узнаете, что такое медицинская прогностика. Вместе с вами мы произведем расчет прогностики дня, месяца, года. Вебинар дает неограниченный доступ к автоматической программе расчетов, что позволит исключить ошибки в расчетах и сэкономит ваше время при подготовке к консультациям. И еще! В программе «Курсу» вы можете получить все необходимые персональные расчеты. Для этого вам необходимо заполнить поля – имя, фамилия и отчество, а также указать дату рождения – и нажать на вкладку «Расчет». В разделе «Соты» перед вами откроется картина вашего здоровья на протяжении всей жизни. Вы своими глазами увидите, как и когда будут проявляться болезни. Вы узнаете, какие органы являются самым слабым звеном организма. Далее, ниже из таблицы, вы поймете, в какие возрастные периоды будут работать те или иные знаки. Ниже будет представлен график здоровья. В разделе «График иммунитета» вы можете увидеть систему вашего иммунитета, распределенную с момента вашего рождения до столетия. В разделе «График биоритмов» перед вами откроются ваши биологические часы, с которыми вы рождены и которые заложены в вас. Вы узнаете периоды, когда лучше заниматься умственной работой, когда вы сконцентрированы, когда заниматься спортом, а когда лучше отдохнуть. В разделе «Прогностика» вы можете сами рассчитать благоприятность периода дня, месяца и года вашего здоровья. Во вкладках ниже вы увидите трактовки всех графиков, сот и таблиц, которые были представлены выше. Записаться на вебинар можно уже сейчас на сайте Международной академии нумерологии «Альвасар» alvasar.ru в разделе «Расписание». Вебинар «Соты кармических болезней» ведет врач Аида Байкунд. Начните следить за своим здоровьем и будьте здоровы! Увидимся на вебинарах!